Сегодня пришел ко мне пациент с двумя заболеваниями. Он страдал ишемической болезнью сердца. Год назад мы ему сделали коронарное шунтирование, избавили от проблем с сердцем. Кроме того, у него был рак головки поджелудочной железы. Через месяц после операции была сделана панкреатобундальная резекция. Сейчас с пациентом все в порядке. Лев Рафаилович, как дела ваши? Да, отлично. Это его дочка. Отлично. И мы рады, что возможность современной медицины позволяет лечить болезнь в одном флаконе. И проблемы с сердцем, и тяжелые онкологические заболевания. И вот Лев Рафаилович, которому 77 лет, это наглядный тому пример.